Ребята, отличная новость для бьюти-мастеров. У нас на акции появился коворкинг. Там находится станция метро Академия наук. А вот здесь коворкинг и Кубоколоса 37. Поднимаемся на второй этаж и попадаем в дом красоты. Здесь для каждого обязательно есть бесплатные маски и локер, где можно хранить свои вещи. Очень удобно для бьюти-мастеров. Коворкинг предоставляет ультразвуковую чистку, все средства дезинфекции и сухожилия. Так выглядит коворкинг. Просторное, светлое, уютное помещение. И мне нравится, что места для мастеров находятся достаточно далеко друг от друга. Для мастеров маникюра, педикюра, также лэшмейкеров. Вот эта кушетка раскладывается, все закрывается. Бровистов и визажистов. Мойка, Wi-Fi, чай и кофе и конфетки для клиентов и мастеров. В аренду можно брать базы, лаки, топы и набор расходников. По нашей акции можно взять абонемент со скидкой 15% на 15 и 30 дней. Так, 150 часов будут стоить 200 рублей вместо 240, а 300 часов 340 рублей вместо 400. Забронировать место удобно, потому что есть онлайн-запись. Покупки в шапке профиля Instagram. Его я вам оставляю. В коворкинге можно приобрести натуральную уходовую косметику, ручную работу белорусского бренда Dr. Bass. Цены я вам показываю, зажимайте пальчиком. И специальные подарочные боксы со скидкой 15%. Все подробности про них будут по ссылочке. Мне кажется, что коворкинг это очень удобно, потому что не нужно переплачивать за аренду. Плюс вы работаете в центре Минска уже в подготовленном красивом месте.